Я вам одну умную мысль скажу, только вы не обижайтесь. Я очень хорошо отношусь к Паше Волю как к юмористу и к Лисяну Тяшевой как к гимнастке. Ну, то есть Паша Воля отличный юморист. Потрясающих таких мало у нас на эстраде. Это раз. Лисяну Тяшева великолепная гимнастка, потрясающая. Но то, что они несут о своих, о своей семье, ну типа вот, типа мы идеальная семья, блядь, равняйтесь на нас. Вот это говно мне не нравится, честно. Мне никак не нравился мне Джиган со своей бабой, так мне не нравится и эта семья. Короче, а сейчас я, блин, наткнулась на интервью, и Лисяну Тяшеву прям без базара начинает нам всем объяснять, что мы все такие опять гнилые, блин, мамы, а она вся такая идеальная дофига мать. Вот. А посыл у нее, значит, такой. Типа, мы не публикуем своих детей, мы ничего не рассказываем о своих детях. Дети – это священно, это мы никому никогда, никого, ничего вообще о своих детях никогда. Я думаю, ты что, больная, что ли? Ты не слушаешь стендапы своего мужа или что, блин? Понятно, что Паша Воля с пиететом, с любовью, с нечеловеческой просто любовью отзывается о детях, но он рассказывает порой в своих стендапах очень интимные подробности о семейной жизни, о детях. Ну, то есть, типа, дети вырастут и сами выберут, хотят они, чтобы о них знали или нет. Бля, я по стендапам Паши Воли знаю, что их зовут София и Роберт, блядь. Хотя я не читала ни одного интервью. Ни одного интервью. Откуда я это знаю? Из, сука, стендапов. Лисян, разуй глаза, ёпта мать, блядь. Да, я плохая мать, я матерюсь. Я курю карандаш для подводки бровей. Хватит нам врать, ребят, честно, эти, блин, идеальные семьи, которые пиарят себя как идеальные семьи. Заткнитесь, блин, Бекхэмы, заткнитесь, блин. Вон эти, блин, Анджелина Джоли, блин, хлебанула говна. Все, сидит молча, дохавывает бочку. Просто мне не нравится, когда люди пиздят, блин. Мне не нравится, когда люди врут, и я знаю, что они врут. И почему-то, но СМИ разносят все это, как боже. А обратите внимание, идеальные люди, идеальные люди. Мне не нравится, когда какая-нибудь звезда говорит, у меня идеальная кожа, что я делаю для этого? Ничего. А я знаю, что у него кожа вся, как у крокодила, бля, пиздец просто, чешуёй облазит. Бесит, бесит, что я не могу фамилии, сука, даже назвать. А ты бойся, сука, сиди. Пизди поменьше, блин, в СМИ всяких. Боже, я становлюсь гнидой, я становлюсь 40-летней гнидой. Ребята, остановите, остановите. Все, ребят, я о чем? Я о том, что, ребята, пожалуйста, не надо врать нам всем. Мы же не тупые, мы же все понимаем. А те, кто не понимает, те тупые. Вот и все, вот и все.